Семья – это стартовая площадка в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Именно от родителей зависит наличие и отсутствие духовности в семье. Родители должны всегда помнить о том, что воспитание ребенка, прежде всего, зависит от уровня их воспитанности. Если среди наших современников встречаются грубые, жестокие и безнравственные молодые люди, то это результат отсутствия подлинного семейного воспитания и духовной преемственности. Всевышний в Священном Коране говорит: «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни». Оберегать – значит быть примером благочестия для своих детей, воспитывать их на прекрасном примере пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и наших праведных предшественников. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Лучшее, что родитель может дать, даровать своему ребенку, это хорошее воспитание. Будьте щедры к детям и воспитывайте их наилучшим образом». Можно выделить основные факторы, на которые следует обратить внимание родителям в процессе воспитания детей. Первое. Дать ребенку достойное имя, которое должно гармонизировать с его характером. Второе. Кормить ребенка пищей халяль, разрешенной, чтобы он рос и развивался в благословенной среде. Третье. Дети берут пример со своих родителей во всем, начиная с манеры общения и заканчивая поступками. Поэтому следует быть примером для подражания. Четвертое. Следует постоянно контролировать поведение детей, стараясь сделать это незаметно. Пятое. Следует поощрять хорошие поступки детей, заслуживающие одобрения, потому что благодаря одобрению положительные действия занимают прочное место в личности ребенка. Шестое. При разъяснении правил и запретов следует в доступной форме объяснять их причины. Седьмое. Приучать ребенка к восхвалению и благодарению Всевышнего за неспосланные блага. Восьмое. С раннего возраста приучать ребенка к поклонению Всевышнему, разъяснять всю ответственность и важность служения Господу. Да поможет Всевышний Аллах нам и нашим близким стать хорошими родителями. Пусть при воспитании детей мы всегда будем помнить о том, что каждое дитя – это дар и аманат Всевышнего. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и Его благословения.